Привет, мои дорогие друзья! Мне подарили очень необычную копию банкноты. Вот такой 1 миллион долларов. У меня их уже не знаю сколько видов. Но кто из вас знает, напишите в комментариях, что это за копия. Может быть, как-то они между собой отличаются, какие-то есть, может быть. Ну, вообще, что это такое? Очень интересная банкнота. Это какое-то что-то типа ксерокса, но очень прикольно сделано. Не знаю, их уже столько видов, уже просто непонятно. Это просто люди сами придумывают эти банкноты или как это происходит. Ну, такая вот интересная, необычная банкнота, и мне хотелось вам это показать. И в следующем видео я вам покажу очень необычную банкноту России. Думаю, вам будет интересно это увидеть. Тоже что-то непонятное. Я такого еще не видел. Вот. Тоже интересно ваше мнение. Значит, водяных знаков, конечно же, нету. Но тема с 1 доллара. Стандарт. И вот с таким необычным рисунком. Вот такой 1 миллион долларов. Подписывайтесь на канал. И обязательно посмотрите следующее видео, которое я сейчас монтирую. Там очень интересная банкнота.